Ну и теперь, конечно, к серьезному, потому что ролик, который вы увидели, это просто шутка, замечательная, как мне кажется, и интересная. Про острый хомякоз, который не отпускает даже на отдыхе. Ну, а в целом это было очень удобно. Повод встретиться и самое главное забрать то, что накопилось в заказе в магазине «Иголочка». Накопилось не очень много, но очень все вкусненькое. Сейчас я вам все покажу. Моя подруга есть, которая говорит, я не люблю слово «вкусненькое». Это не относится никак к вышивке. Я говорю просто потому, что, наверное, в этом надо жить, чтобы понимать, что по-другому никак не скажешь, что все твое самое любимое, купленное тобой, продуманное, это и есть вкусненькое. А теперь к самому главному. Перед собой вы видите органайзер «Шашель Тойс». Органайзер заказала не я, его заказала моя подруга. Я тут буду немножко шуршать вам. Решила все-таки снимать в номере, потому что за окном орет музыка турецкая. В других местах огромное количество народу, и все галдят, говорят, дети плачут. Мы пытаемся с мужем подавить шумы. И вот такой красивый органайзер заказала моя Олечка Седова. Ну, я прям даже не видела такую красоту. Посмотрите, у девочки в руках птичка. Симпатичный, но известный нам всем органайзер для вышивки многоцветок. Здесь 60 цветов помещается. Вот. Артикул не скажу, потому что все было вынуто из коробок специально для того, чтобы все это максимально удобно было вести. И еще один органайзер от волшебной страны. Как мне кажется, тоже очень красивый. Вот. Такой. Тут какой-то вот бумажечка, не знаю, к ней относится, не к ней. Вот такая красивая игольница. Она объемная, если вы можете увидеть. Наверное, вот так будет лучше. Красиво, красиво, очень такой силуэт оленя с рожками. И мне кажется, не знаю, что вот это такое, ну, наверное, это сюда относится, наверное. Вот, все вот так было завернуто, коробочек уже, увы, нет. Так, что же еще? Хочу сразу вам показать, что пришло для моей Оли, чтобы убрать эту посылочку и закончить с ней. Это Tela Artis, артикул ТК-095, называется «Страж снов». Красивая такая вещица, все выполнено швом назад иголку в круговой и в линейной технике. Все это вышивается, все эти линии. Ну, не знаю, насколько вам вот так, наверное, будет лучше видно. Вот. Это очень похожая техника, которую использовала Абрисард. Ну, здесь ткань габардин, на удивление. И из этой же серии еще есть парочку наборов. То есть вот этот «Страж снов», он побольше. Вот этот «Жар птица», она, видите, чуть-чуть поменьше. Значит, у «Стража снов» 9 цветов бисера, а у «Жар птицы» 10 цветов бисера. Вот так она, видимо, вот так должно это выглядеть. Ну, я думаю, что вы, наверное, захотите посмотреть поближе, что вышивается здесь, а что нет. Потому что не очень хорошо видно на превью в магазине, когда вы выбираете, да? Чуть-чуть более подробно, поближе вам показываю. Все вот эти линии, все абсолютно вышиваются. Ну, я еще через пакет, потому что не вытаскиваю. Красивая работа. По длине она такая же, как это, только чуть-чуть уже. Если здесь 10 тысяч, 12 561 бисерина, то здесь 9 583. Ну и еще один очень похожий сюжет. Хитрая куница. Вот она такая. Правда, необычная. Очень необычный взгляд, конечно, потрясающий. 12 цветов бисера, 8534 бисеринки, и она у нас поперечная. Вот ее размер. Ну, то есть она еще меньше, да? Вот.
Тоже очень интересный сюжет. Тело Артис, прям молодцы. Вот эта линейная техника, кажется, что бисеринки стоят отдельно друг от друга. Нет, когда пришиваешь, получается просто потрясающий эффект. Так, наверное, я уберу, чтобы нам это не мешало смотреть. Оля заказала несколько икон из серии «Жемчуг», да, от Благовеста. Это формат А4. Ну, вот здравый смысл подсказал, видимо, ей не надо больших и не надо маленьких. Это икона Святой Николай Чудотворец в серебре. Это такой же размер Пресвятая Богородица Казанская в жемчуге. ЖС-4001, ЖС-4003 и Господь Вседержитель в серебре, артикул, ну, вот вы видите, 4.0. Везде указан, нет, обманываю вас, не указан артикул бис, а, указан, здесь не указан, вот здесь, а здесь вот он указан. Но, насколько я помню видео других девочек, что нельзя ориентироваться, вот смотрите, темное серебро, да, здесь нужно, это не темное серебро, это, я бы даже сказала, такой золото-бронза, но здесь они почему-то его пишут как темное серебро, хотя это не так. Не надо читать вот эти вот, как их обозначения, да, нужно смотреть на обозначения, которые они предложили, ключ, и посмотреть, насколько ключ вам этот подходит или нет. Ведь каждый любит определенные текстуры, фактуры бисера. Кто-то любит прозрачный, кто-то с прокрашенной серединкой, кто-то какие-то жемчужные цвета. Поэтому, ну, ориентироваться нам есть на что. Ну, это практически один и тот же ключ к этим всем трем иконам. Теперь эти же иконы, только уже, мне кажется, это такой намек на золото, да? Да, здесь все золото нам предлагается. Артикулов бисера здесь нет. Вот, здесь нет, а у Богородицы, собственно говоря, есть. А давайте, интересы ради, сравним, как выглядит Богородица в жемчуге. Так, рисунок все-таки... А, нет, похож рисунок, похож, только играет цвет. Здесь это тоже формат А4, поэтому я... Да, абсолютно один и тот же рисунок, только разный цвет. А то вот у формата А5 и у формата А3 немножко рисунок меняется. В общем, тоже очень красивые заготовочки такие. Хочется назвать их золотом. Вот. Здесь присутствует и монастырский шов, и линейная техника. То есть такая творческая работа и, соответственно, камни, которые нужно будет подбирать. Так, и увидев у Оли отшив работы, я вообще, честно сказать, давно заглядываюсь на иконы именно вот этого формата и этого изображения, правильно сказать. Они такие немного нестандартные и очень красивые за счет вот этого кружевного рисунка. Почему я их долго не брала, а ведь заглядывалась на них? Потому что у них очень маленькое количество изображений. И выбрать, собственно, особо не из чего. И именных таких у меня не было нужды покупать. А вот Богородица, ну вот она одна такая и никакой больше. Ну ладно, я выбрала из того, что было. К большому сожалению, Тело Артис больше не развивает это направление, именно вот этих икон. А они достойны внимания. Когда пришивается весь этот бисер, здесь вот он пришивается монастырским швом, здесь красивым таким. Да, я слышала отзыв Оли об этой отшиве. Не просто, потому что бликует ткань, но в целом очень-очень красиво получается. Оля вышивала на станке, не на станке, а на раме. Я не знаю, какой у меня получится. И вот еще одна такая похожая икона, но несколько другая, все-таки это мужская икона, такая брутальная. Это святой великомученик Дмитрий Солунский. Это
моей подружке сыночек, которому скоро 2 годика. И вот, может быть, мне получится отшить эту работу. Красивая работа. Здесь артикул вот такой. Тоже на иголочке можете вбить, посмотреть. Атласная ткань. Размер работы такой достаточно. Она квадратная, но примерно 25 на 25 сантиметров. Это я так очень приблизительно вам говорю. А этот артикул выглядит вот такой. Эти картинки, вернее, эти заготовки есть в голубых цветах. Я вот как-то в теплых розовых взяла. Ну, очень приблизительно. Но кому что нравится и кому, может быть, в интерьер хорошо вписывается, да? Кому надо. Ну, вот они вроде как разные, но в то же время обе очень-очень красивые. Здесь у нас 19 цветов бисера. Здесь 15 цветов бисера. Вот. Давно я не решалась на эти, вернее, хотела, но не решалась на эти заготовки. Прям даже вот интересно посмотреть. Видите, как бликует здорово. Хотя здесь еще пакет целлофановый. Да, такая мешанинка вот в этом месте. Аж страшно. Ну, ничего. Нет ничего невозможного. Убираю. Ну, и теперь мое. И хочется начать с новинки. Вот такие классные новинки. Вот замечательные снегурочки. Блин, как бликует, не могу показать вам. Фотография-то четкая и красивая. Вот так будет, наверное, лучше видно. Вот так и вот так. Вот вы видите сразу размер, артикул обеих этих красоток. Это матрешки. Разверну, наверное, одну, потому что в ней есть сюрприз, который пока еще никто не использовал. А использует его пока только Wood Stitch. А сюрприз этот... Не просто, что вышивается матрешка с камнями. Еще кладется. Смотрите, какая прелесть. К иголочке. Это же зайка. Это же просто зайка. А это мордочка, лицо матрешки. Ее можно использовать, а можно не использовать. Вот такой кабошончик. Мне эта идея очень понравилась, очень. Так, ну, кроме того, что есть огромное количество красивого бисера, бусинок, бисер, причем разного калибра, и крупненький, и мелкий, и, соответственно, 2 иголочки, нитки, это полноценный хороший набор для вышивки. Еще и можно заготовку оставить вот в таком виде. Раскрасить, не обязательно приклеивать кабошончик с лицом, а можно оставить так. Но мне больше, соответственно, нравится кабошон, он красивый. Здесь вот есть, как мы шагаем, да, такие подсказки, как должна лежать ниточка. Ну, красиво получается, красиво очень. Синяя, соответственно, фетровая вкладка задняя и схемка. Здесь все очень понятно, все очень просто, и вышивается оно достаточно быстро. Но я честно скажу, что жду я еще одну новинку, но пока я не буду об этом говорить. От Wood Stitch, ну, не буду говорить, но уже сказала. И вот рисунок у них абсолютно разный. То есть не это в синем цвете, такая же в красно-зеленом. Они вот совершенно разные. И я так понимаю, что есть еще какие-то интересные заготовочки. Ну, красиво, что говорить тут. Не придерешься. Ну и тоже такая достаточно продуманная покупка. Она не коричневая, она белая. Потому что она... являются эти заготовочки не набором, а именно заготовками. Бисер, которым мы будем подбирать самостоятельно. Что удобно, нам не нужно специально лезть в пакет, доставать описание, чтобы найти, какой цвет бисера нам нужно покупать.
Вот. Здесь у нас 23 цвета, а здесь у нас 20 цветов. Ну, достаточно много, да, проработка. Замечательно, я видела уже отшивы этих работ. Эти две пасхальные зайки, или два пасхальных зайца, девочка и мальчик. Ну, просто обалденский. Я их достала, как вы помните, на отдыхе. И мой племянник увидел вот этого зайку и говорит мне, ему 4 годика скоро будет в августе. Он говорит мне, а ты мне это подаришь? Я говорю, подарю, конечно, только когда вышью, потому что вот в таком виде, говорю, тебе это будет неинтересно. Ну, в общем, уже нашелся хозяин этому зайцу. Вот. Классная заготовка, артикул SH022, SH021, пасхальная зайка и пасхальный зайчик. Красивая работа, 17 на 22, 21 на 20, вот. Даже вот этот мельче, а нет, высоту выше, в ширину только вот это побольше зайка. Ну и в отличие от пасхальных заек, эта машинка идет в коричневом варианте, вы видите, потому что это набор. Летняя машинка, у меня уже есть зимняя и осенняя, я как-то не торопилась купить остальные. Здесь даже интересно, что-то нанесено на самой подставочке. Купила, ну и со временем куплю еще и весеннюю машинку. Как-то, знаете, сразу денег нет вроде, да и не горит, еще не вышли листе. Вот эта машинка, когда будет вся коллекция машинок, все 4 сезона, ну, уже будет более интересный, да, вариант. Очень мне нравится эта машиночка тоже, потому что здесь подсолнухи. Подсолнухи я люблю, такой правда. Вы знаете, один раз был случай, мы отдыхали, не помню где. А, вы знаете, наверное, это было в Беслане. Мы все-таки ездили в Беслан, и там было подсолнуховое поле. Я уже была в взрослом возрасте, и мы ехали, и подсолнушки едем, главное, они смотрят в эту сторону, едем, они смотрят в другую сторону. Я на тот момент, видимо, просто забыла, что оно и называется подсолнухом, потому что следят за солнышком. Действительно, наверное, если это снять не на съемку и промотать быстро, мы увидим, как подсолнушки крутятся, откровенно говоря. Ну, в общем, это все отступление. Вот так выглядит очередная моя покупочка. Чудесная. Но вот стич тут даже говорить не стоит. Я очень люблю, да, наверное, многие уже его полюбили. Ну и самые главные, мои долгожданные сказочные герои. Это репка. Вы видите, что здесь указаны артикулы бисера. Но нету, это не набор, в отличие, допустим, от машинки. Да? Это тоже в белой упаковочке, в такой кремовой. Ой, как я ждала репку, потому что у меня вообще репка от пальчикового театра пропала уже. Дети ее куда-то спрятали, утащили. Это курочка ряба. Так, у репки артикул, она сама 12 на 11 сантиметров. Ее артикул SK012. Курочка SK013. Ее размер 12 на 11. Вот, здесь с двух сторон, да, нам показано, как будет выглядеть наша курочка ряба. Слушайте, теперь мне придется, наверное, курочку рябу одну из первых вышивать. Она очень нужна. Новый начинается учебный год, придут новые малыши, и курочка ряба, и репка, собственно, это первые сказки, которые мы используем. Так, это кошка к репке. Внучка, бабка, нет, внучка здесь у меня. Кошка, вот такая красивая в народном сарафане. Ее размер 9,5 на 12 сантиметров. SK009. А собачка SK0010, то есть жучка, да? Это собачка, ну, жучка. Ну, у нас есть много других классных. 10 на 14 сантиметров ее размер. SK0010, я уже сказала. В общем, вот такой пес классный. Двухсторонней вышивки. Вы помните, если знаете, захотеть обыграть собака. Помните классный мультфильм, да? Хозяин говорит, у меня спит на коврике вот здесь. Вот примерно, наверное, этот пес похож на того дружка. Так, мышка. Ее размер 7 на 11 сантиметров. То есть, вот по-хорошему, да, все равно очень грамотно. Кошка высотой 12 сантиметров, собачка 14, а мышка 10 сантиметров, 11 сантиметров. А репка 11. Прекрасно, потому что, ну, поближе вам покажу мышку SK011. Вот такая мышка. Чудесная мышуля. Красотуля. Мне нравится, что это не просто
такие фигурки, да, они не статичные, они все-таки в движении. Вот вы видите, да, поворот головы здесь, здесь какое-то движение рукой, лапой и поворот головы. Ну вот единственное статично у нас кошечка. И то, мне кажется, с такими глазками и мордочкой можно прямо в лицо смотреть. Ну и внучка. Внучка в красивом сарафанчики и в красивой косынке, в такой, да, с уголками. Классно смотрится. Посмотрим, как она будет в отшиве СК-008. 14 сантиметров высотой. Мне кажется, это как раз очень-очень хорошо. Вот все мои практически покупки на этот раз. Но я попросила, и мне очень интересно, что мне положили. Я вам поставлю фотографию. Мне подобрали бисер для заготовки от фирмы Миледи Космос. Помните, такая крутая заготовка, там, конечно, вышивать не перевышивать. И самое главное, что там есть микробисер. Думаю, ну где я буду его искать? Сейчас посмотрю, что мне положили. Так, мне просто очень интересно самой, сейчас разложу. Разложила я просто вот такой кучкой цвета. Ну, просто мне сложно даже озвучить, какие красивые цвета здесь есть. Вы знаете, многие почему-то боятся... сейчас вам покажу. Ну, во-первых, мне очень нравится идея того, что иголочка пишет номера бисера. Посмотрите, какие красивые цвета. Многие боятся вот таких цветов. Я их не очень боюсь, я не собираюсь тереть. Я этот цвет пришью просто, когда он мне будет нужен. Металлизированный такой, да? И сейчас я вам покажу декор, который положил. А, ювелирный бисер просто в огромном количестве. Вот его здесь просто очень много. Это ювелирный бисер. И вот, посмотрите, как играют. Это не прозрачный, это... такой немного бензиновый. Вот он отливает, если вам видно. И декор. Это такие всевозможные глазки, камешки многогранные. Как их назвать правильно, не знаю. Ну, плохо фокусируется у меня что-то. Вообще не фокусируется, не хочет. Супруг пытается мне помочь с фокусом, а оно, видимо, не очень хочет. Ну и не надо. Не хочет, и вот, и не надо. Красивые такие камешки, размер этих камешков указан. Почему я попросила подобрать магазин «Иголочка»? Потому что декор у самого производителя Миледи просто нереально дорогой. Посмотрите, как они играют, эти хрустальные бусины. Я в этом году, вернее, на 22-й год запланировала вышить эту работу. Мне она очень понравилась, поэтому я надеюсь все-таки связать с ней. Но посмотрите, сколько нужно бисера на одну только эту работу. Это же мама дорогая, да? Ой, бисер какой просто, прям красота. Я прям балдею. Такие цвета чудесные, космические. Правда, должно получиться что-то просто бомбическое. Посмотрите, какие цвета. 58-528. Классно. Очень красиво. Ну вот, спасибо огромное магазину «Иголочка». Привезли, порадовали мою душу, вдохновили. Это правда вдохновение, потому что на отдыхе вообще ничего не хочется делать. Да и в принципе снижен тонус такой, знаете, оторвалась от работы, да, приехала я же в тот же день, как... выехать сюда, я работала. И у меня уже было такое отчаяние и усталость, что я думала, что вообще не возьмусь за вышивку. Но нет. Только приехал в магазин «Иголочка», и вдохновение откуда-то взялось. Так что, девчонки, даже покупки маленькие, покупки большие, ли, они все равно вдохновляют. Поэтому я желаю вам, чтобы у вас всегда было где подзарядиться, всегда было здоровье, чтобы вышивать, хотеть вышивать. Я здесь поняла на отдыхе, как это важно. И хочу пожелать вам отличного настроения, удачи. Пишите мне, если вам видео было интересно, ставьте пальчики вверх. Если вам понравилась веселая заставка, эта работа заслуга моего супруга в большинстве своем. Идея, рожденная где-то Оксаной из магазина «Иголочки», где-то часть ночью пришла
ко мне, но в основной монтаж и режиссура была все-таки сделана моим супругом. Поэтому отчасти видео снимаю не только я и монтирую, но и мой Илюшка. Спасибо и от меня ему большое, хотя я ему редко это говорю, но пускай сейчас будет спасибо. Вам спасибо, что заглянули, прощаюсь с вами ненадолго. Обязательно скоро увидимся. Всем пока.